Привет из Иордании, из Мертвого моря. Это грязь Мертвого моря, символизирующая наши грехи. Сейчас пойду, буду смывать. Вообще-то, я только узнал, что, оказывается, Мертвое море, оно же было образовано Богом на месте городов Содом и Гоморра за людские грехи. И здесь, получается, на самом деле ни растительности, ни животных, ничего больше не живет, вот в наказание тех людских грехов, которые тогда люди совершили. И поэтому, может быть, эта грязь символична, что ее здесь можно намазаться, пойти в воду очиститься, смыть и домой вернуться уже с более такими чистыми мыслями, чистой душой, с более добрыми намерениями. Поэтому желаю всем побывать на Мертвом море, хотя бы раз в жизни это обязательно надо.